по ценам люди интересуются, что сколько? Полгода или может больше? Назад брал этот инвертор 10-киловаттный по ВМР на Алиэкспрессе. Ссылку я оставлю, там и 3,5, 5, 6, 8 киловатт есть инверторы различные. Из какого соображения, сразу скажу, потому что многие сразу только слышат 10,2 киловатта, сразу зачем тебе такой мощный инвертор? Он больше жрет из сети, чем выдает. Вот так вот. Прикольное такое вот понятие у людей. Брал я его специально для того, чтобы была возможность подключения к инвертору большего количества панелей. Сейчас у меня 5-киловаттное поле стоит. Еще могу 4,5 или на 4 поставить со временем. Соответственно, больше панелей, больше эффективность солнечной энергии. $600. Тогда он мне обошелся. Какая-то там акция была. Сейчас с Wi-Fi модулем, если будешь заказывать, то 640, что ли. Без Wi-Fi модуля $620. Вот он на Алиэкспресс в Китае. Заказываешь, приходит тебе в Украину. Сейчас ажиотаж. Люди заказывают, ждут долго отправки. Но факт тому, что ты заказал, они прямо с завода сейчас все отправляют. У них на складах также ничего нет. По аккумулятору. Вот такой вот аккумулятор. К нему же 10 кВт-час. На Алиэкспрессе также заказывают. На момент заказа он стоил $1800, хотя на остальных магазинах примерно такой емкости стоили 2-2,5, там что-то $3000. Сейчас перейдешь по ссылке, посмотришь, $1400 он стоит. То есть аккумулятор десятка и инвертор десятка. Панели. Тут я их брал. Не захотел и ждать с Алиэкспресса, во-первых, там тоже с этим моменты не мог выбрать там же. Тут на фирме заказал, люди приехали, поставили мне. 5-киловаттное поле, 9 панелей по 550 ватт. Ryzen $1400 мне вышли с кабелями, полностью с кабелями, с разъемами, с креплениями, профилями, со всеми этими моментами. За работу я $250 заплатил. Люди быстро приехали, поставили, свернулись и уехали. 600, 1800, ну сейчас 1400 и 1400 панелей, одно поле. Со временем еще одно поставлю, ну уже посмотрим ближе к зиме, сколько это будет стоить. Выключатель сам брал. Отдельно покупал. Также на Алиэкспрессе ссылка есть, ставлю. Ну и тут еще нужно будет грозозащита, ящик. Также около там $60, что ли, уже со всеми защитами, с разъемами, только подключить тебе и кинуть потом на инвертор. Ну и далее там у кого что. Заземление, там вот эти все моменты. Длины кабеля, цена будет зависеть. У меня кабель коротенький, тут рядом все на крыше. Поэтому заходите по ссылкам, можно приобретать. Задержки сейчас есть в отправке. Люди пишут, что сами китайцы в шоке. Такого не ожидали. Ажиотажа от Украины. Ну, подписывайтесь на канал, показываю вам. Потому что не установщик, а просто сам для себя в доме поставил. Показываю вам изначально. Есть у меня видео, как я получал его, распаковывал. Как я его получал, распаковывал. Потому что 70 килограмм веса привезли домой в бронированном таком ящике. По аккумулятору доставка вообще идеальная. По инвертору есть моменты. Гнутое крепление верхнее. Тут решетка крепления, крючочек пластиковая поломанная пришла. Немного подогнутые вот эти моменты, здесь корпус. А по аккумулятору вообще без проблем все приходит. На сегодня все. Всем удачи. Подписывайся на канал. В Телеграм заходи, там и фотографиями обмениваюсь с вами по этим всем моментам. И ссылками также, и в личку, если что, заходим. Всем удачи, до следующих видео.